Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи. Добро пожаловать в Бравл Старс. И знаете, что случилось? Осталось 5 минут до конца акции набора мирового финала. Я купил ее своим сыновьям, и Вадиму, и Никите, но на свой аккаунт я не покупал, и я не хотел этого делать, но прям руки чешутся, потому что здесь 150 гемасиков, 12 тысяч золота, а это 6 пассивок, и также 12 мегаящиков, с которых реально могут выпасть пассивки, поэтому, друзья, под вашу поддержку, под ваши лайки, под ваши подписки и колокольчики я это сделаю. Во-первых, я заберу 2 звездные силы, потому что тоже осталось 4 минуты, я забираю звездную силу себе на Джесси. Наконец-то она у меня будет звездная. Это офигенно круто, я реально ждал этого. Дальше я забираю еще звездную силу, конечно же, на Спайка. Это не топовая, но это тоже звездная сила, и она мне нужна, потому что у меня не хватает около 40 звездных сил, ребята. 40 пассивок у меня не выбито, на 2 уже меньше нужно выбивать, на 2 меньше. И, кстати, друзья, напоминаю, если вы хотите, чтобы вам выпала легендарка, нужно прямо сейчас за 3 секунды поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. 1, 2, 3. И, конечно же, я забираю акцию, ребят, забираю акцию, потому что 4 минуты осталось, и серьезно, если вы поставите лайк, по-любому что-то выпадет, а если кто-то из вас не поставил, возможно, и не выпадет нифига, но я все равно покупаю, я все равно ее покупаю, 4 минуты осталось, тем более обновится магазин, и после обновления что-то там появится еще интересно, если там будут пассивки, я их тоже, ребят, заберу. Итак, 150 гемасиков. Дальше, 12 тысяч золота. Это плюс 6 пассивок. То есть я за 4000 рублей покупаю 12 мегаящиков, 150 гемасиков и 6 пассивок. Серьезно. Но, возможно, мне понадобится на нового персонажа, который выйдет, я думаю, примерно через месяц. И я к этому времени соберу много сундуков. Итак, а теперь пошли мегаящики. Что мне выпадает? Дофигище золота. 506 монет. 5 билетов. Билеты мне тоже нужны. Гемасики, я понимаю. Я понимаю, что мне не выпадут персы здесь, но вдруг выпадет пассивка, это будет круто. Итак, 400 золота, 4 билета выпадают. Конечно, будут выпадать и золото, и билеты. Возможно, гемы выпадут, это не факт. Но 525, 7 билетов, 5 гемасов, круто, круто. Золото выпадет. То есть, смотрите, примерно по 500 голды в каждом ящике. То есть, это примерно еще 6000 золота у меня будет с этих мегаящиков. Офигеть. Такой акции просто давненько не было. Либо я просто даже не встречал. Так, снова монеты, билеты событий, 10 гемов. Ну-ка давай, пассивочку, пассивочку. Это же мегаящики. Здесь пассивочка должна быть повышенная. Давай, давай, давай. 2 пассивки сегодня у меня появилось. 2 пассивки уже появилось. То есть здесь 100% мы в победе. Мы в выигрыше. Тем более скоро обновится магазин и закончится у нас еще... Блин, же у нас здесь сезон заканчивается. У меня сейчас еще кубасы спишут прямо на видосике. Прямо на видосике спишут мои кубасики. Так, 7 у нас билетов. Мне билеты очень нужны. Удвоители — это хорошо, но это не то, чего я хотел бы. Снова золото. Кстати, не 500, а 400 всего лишь. Так, еще один сундучок. Еще, как раз таки мы сейчас сундуки дооткрываем. И у нас обновится и магазин, и новый сезон. Поехали. 472 голды. 8 билетов. 3 гема. Получается, по 5, по 8 билетов в каждом ящике у нас. Это означает, что у меня будет еще плюс 80-90 билетов. Надеюсь. Надеюсь, этого будет. Так, 2 билета, 6 гемасиков. Следующий открываем. Все. 24 тысячи золота у меня сейчас есть. Это просто офигенно. Конечно же, я гемасики, наверное, солью вот сюда. Знаете почему? Потому что мне нужны будут эти билеты. Мне нужны билеты по-любому. Я буду ждать, пока будет у нас другое событие. Либо мега-боец, либо, я не знаю, бой с боссом неудобно. Потому что, видите, здесь ходишь всего лишь по одному билету. А мне нужно либо роборубка, либо мега-боец. Итак, у нас с вами остается, смотрите. Во-первых, у нас сейчас сезон заканчивается. Через минуту у нас заканчивается сезон. И эту минуту мы проведем вместе с вами. И также у нас обновляется магазин тоже через минуту и 13 секунд. Но можно сыграть одну каточку, допустим, на том бойце, на котором у меня меньше всего кубков, и я почти докачал Дэрила до 500, поэтому я схожу, наверное, в ШДшечку по фасту. Скорее всего, сольюсь, а может быть, вытащу каточку. Кстати, я на нем нормально научился играть. Я сейчас, кстати, готовлю серию, возможно, она уже вышла. Серия «Аккаунт без доната». Там есть еще один персонаж, которого я докачал до 500 кубков. Не знаю, она выйдет после этой серии или до этой серии, этого я вам сказать не могу. Так, смотрите, мы фармим пока что ящички. У нас там внизу 2 ящика, и они меня очень сильно соблазняют. Так, здесь у нас ворон. Ворон нам вообще не интересен. Нам пофиг на ворона, потому что нам нужны ящики на Дэрила, чтобы себя
укрепить, быть мощным, сильным, сочным, вообще молодежным. Так, открываем ящички, забираем все исследования. Плюс 4 баночки у нас. 4 баночки прилетели. Здесь у нас Дэрил уже один есть, который можно пофайтиться, в принципе. Ой, что мне так лагает-то? Не-не-не, пожалуйста, игра, а можно не лагать? Давай, прикатись, просто прикатись ко мне. Сможешь прикатиться или не сможешь? А ты хочешь, я прикачусь к тебе? Воу-воу-воу-воу-воу, что так подлагало-то? Нет, пожалуйста, интернет не нужно. Не нужно, так, 6 бойцов, мне главное в плюс войти. Так, кто у нас здесь, в кустике красивый сидит? 5 бойцов, кстати, у нас где-то здесь сидит вороненок. Вороненок, вылазь. Где-то засел, серьезно. Где-то эта паскудина сидит. Или его уже убили. Ладно, тогда я посижу. Мне-то что? Я Дэрил. У меня ульта заряжается, когда я сижу в кустах. Мне пофиг. 4 бойца. Может быть, первое место займу? Посмотрим. Итак, 8320 кп. Ходим, бродим. Так, сверху Дэрил. Дэрил. Ага, вот он, ворон. У него 6 баночек. Дэрил, выруби его. Здравствуйте. Здравствуйте. Прилетай ко мне, ворон. Будешь другом. Прилетай. Блин, а у него ульта? Это очень плохо. Это очень плохо, потому что у него есть ульта. Ага, спалил меня, подошел в упор, пропалил меня, такое значит, говорит, ты там сидишь, ну, прилети ко мне, прилети. Он хочет подойти ко мне, да? Он хочет подойти ко мне, плохо, что у него есть ульта. А мы прикатимся к тебе в гость, здравствуйте, вороненок. Здравствуйте, вороненок, так, Бул, мы прикатимся к Булу и попытаемся его, нет, а, 500 хп, блин. Вот это дурацкая ульта Дэрила, потому что я немножко перекатился. Если бы прикатился к нему в упор, было бы хорошо. Ладно, 50 кубасов, я их скоро добью. Это плюс еще один боец, останется всего 2. И у нас обновилось! Итак, сезон заканчивается. Вот в прямом эфире заканчивается сезон. У меня списали еще кубков немножко. Сколько у меня? О, ну хоть 15 осталось. 15 кубков у нас все еще осталось. Это хорошо. Давайте я поставлю на заставочку самого красивого, самого просто топового. Смотрите, бойца больше всего трофеев. Подождите. А, больше всего трофеев, сначала более редкие. А чё у меня? У меня списали, он был на первом месте. Ах вы ж гады, вы списали мои. Понятно. Так, что у нас есть с вами? Удвоитель жетонов. А где мои? А где пассивочки? Подождите-ка, а где мои пассивки? Стоп. Чё за фигня? Я думал, сегодня будет обновление, мне дадут еще пару пассивок. У меня 24 тысячи золота. Это 12 пассивочек. А пассивочки-то мне нужны. На Шелли, смотрите, на Тика у меня нет пассивок, на Эмс нет пассивок, на Леона мне не надо, у меня главное есть пассивка, на Фрэнка, на Сэнди, на Пайпер вообще нет пассивок, на Биби вообще ни одной пассивки нет, ну посмотрите, на Рози, на Карли вообще ни одной, на Булли, на Рика, на Пенни, на Эль Прима, на Мортиса мне нафиг не нужна пассивка, если честно, я не знаю, как его буду докачивать. Вы набираете 30к лайков, вот как только вы наберете 30к лайков на обычном видосе, вот как вот этот, я сажусь и начинаю просто пыхтеть и прокачивать этого дурацкого Мортиса, которым я не умею играть. Ладно. У нас обновление, у нас захват кристаллов, новое событие, одинокая звезда. Кстати, можно было сыграть бы сейчас за Леончика. Ну что, мне откатили Леона. Мне откатили Леона на 50 или на 60 кубасов. Мне его просто... Нет, 50 кубков у меня забрали, да? Ладно, я не факт, что выиграю, но посмотрю, что можно сделать. Если, конечно, интернет сейчас мне не подойдет. Так, вороненок, здравствуйте. Так, мне нужно набить ульту. Тебе тоже, да, нужно набить ульту, я так понимаю, да? Какой воротливый. Так, а его там прижимают. Ай-я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 й
был. А, подожди. А, здесь же я... Я думал, я проиграл, кстати. Кстати, я думал, проиграл. Кто подумал, что я проиграл, я просто забыл, в каком режиме нахожусь. Так, у нас здесь... А можно меня не... А можно меня не зажимать, пожалуйста? О, это пипец. Это пипец! Я могу, не могу набить на, уль, на ульту. Я сейчас возьму Пайпер, я сейчас всеку вам, понимаете? Я сейчас всеку вам. Так. Ой-о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 й. Минус я. Минус как бы я. Минус я. Минус пацаны. Минус я, пацаны. Так. Ты чё? Быканул, что ли? Видали, Мортис? Паскуда какая, понимаете? Вот это вот Мортис, понимаете? Так, у меня есть ульта. Знаете, что я сделаю, если у меня есть ульта? Я войду в инвизик. И мы сейчас... Так, хоп. Хоп, промазали. И я умер, да? Я умер. Понятно. Извините, пожалуйста, ребят, лагает. Очень сильно лагает. Я еще просрал ульту, понимаешь? Я потому что, знаете, что делать? Я подошел, начал автоатачить. Я реально начал автоатачить. Где вы, гады? Где вы? Так, вот здесь в кустах кто-то сидит, да? О, вороненок у нас здесь. Так. Да отстань ты от меня, боже ты мой! Ну сколько можно вы... Ульта за ультой, седьмое место, блин. Я еще буду на десятом, серьезно.
Я хоть ульту-то набил. Да, хоть ульта-то есть. Мне нужно найти какого-то жесткого типа и выцепить его по фастику. Так. Кого же я найду? Ага, здесь у нас ворон. Ворон. Так, подожди. О-о-о! Шестое место. Подожди, Пайпер еще нужно быстренько всечь. Пайпер, можно тебя быстренько убить? Нет, не ты меня убил! Я должен убить, паскудина. Ладно. Реально, ребят, очень сильно лагало. Я сейчас им отомщу. Сейчас будет жесткая месть. Смотрите, что мы делаем, раз такое дело. Берем бойца, надеюсь, мне лагать не будет. Берем пайпер, калаверу, необычную пайпер. Калаверу берем. И сейчас будем фигачить просто всех направо-налево. Так, это месть. Одинокая звезда. Я должен забрать, во-первых, звезду. И видите, как дергается, видите? То есть, я не виноват, что я проигрываю. Ну, конечно, да, я еще юзаю автоатаку. У меня еще осталась дурацкая привычка, но это такое. В общем, ребят, сыграл для вас несколько карточек. Обе проиграл, ну, мягко говоря, проиграл. Точнее, просрал. Потому что у меня реально лагал интернет. Просто у меня пропадало все, что возможно. Я ничего не мог сделать. Итак, у нас в магазине опять что-то появилось. Удвоитель жетонов нужно забирать обязательно. Потому что эти бонусы нужно все выкупать. А вот теперь я пойду мстить. У меня интернет вроде бы наладился. Больше пропаданий никаких нет. Кто это за фигня? У них случилось с их скиллом, чуть им не убивают-то. Вы чё, все сезон закончили и начали все жестко играть? Мне кажется, здесь все просто играют за Пайпер. Так. А ты можешь? Можно умереть? Спасибо большое. Вот, первое место, нормально. Так, ульти у меня, кстати, нет. Ульти у меня нет, это обидно, досадно. Это Пайпер сейчас будет охотиться на меня, да? Она забыла, что я здесь. Да. Вот так вот. Минус я. Нет, не минус я. Я ушел. Сверху Пайпер, видали? В кустах. Смотри, что делаем. Езжаем инвизик. И мы идем в гости. Так, ты что тут сидишь-то? Все, первое место. Нормально. Вот это уже лучше. Вот это уже правильная игра за Леона. Вот, вроде бы пошло. Говорится, сначала не задалось, все, можешь удалять игру просто сразу. Так, смотри, там у нас и ворон. Я убил, хорошо. Все, мы уходим в кусты. А ворон сейчас будет меня чекать. Да? Будешь меня чекать? Почекай кого-то другого. Так, он сейчас отхилится. Он такой... Вы видели просто? Вот это была подстава. Она просто взад мне стрельнула. У меня 2 хп осталось, и ворон меня добил. Это вообще было обидно, кстати. Да иди ты в баню, слушай. Я спрятался. Смотри, что делает. Смотри, что делает. Меня убили? Да ну смысл? Я не могу по... Вы что там, у вас АИМ, что ли, ВХ или как? Или как вы там играете? Так, смотри, ворон. Я же быстрее бегаю, чем ворон. А можно его убить? Спасибо большое. Все, мы убили ворона. А подожди, не я убил ворона? А нет, я убил ворона. Так, все, я хилюсь. Так, нормально, первое место. Во, вот это вот уже хорошо. Так, надеюсь, за 3 секунды. Блин, второе место, кто-то убил кого-то. Ладно, вот это уже неплохо, друзья. За эту каточку нужно отдельно лайк поставить. Фу, немножко вернул себе поинты на убрать. Кстати, у меня куча жетонов, ребят. Реально, всем огромное спасибо за вашу поддержку. Вот каждому из вас огромное спасибо за лайки, за подписки, за колокольчики. На сегодня видосик заканчиваю. Я буду собирать дальше тикеты, буду дальше фармить сундучки, открывать. Встретимся в следующей серии. Всем спасибо, всем хорошего настроения, всем пока.